Почти 100 лет строго по ГОСТу. В этом году Ядринмолоко празднует свой 90-летний юбилей. Как отбирается молоко? В чем секрет качества продукции? Какие вкусные новинки появятся? Об этом и многом другом смотрите далее, а я прощаюсь с вами. До завтра. Кефир, ряженка, снежок, творог. Линейка Ядринмолока насчитывает более 100 наименований. Каждый любитель молочной продукции обязательно найдет подходящий для себя вкус. Мы покупаем современное оборудование, во-вторых, высокопроизводительное оборудование. И самое главное – это качество выпускаемой продукции. К нам приходит только натуральное молоко. Перед приемкой молоко проходит тщательный контроль качества. Каждую неделю сырье всех поставщиков отправляется на проверку в независимую лабораторию. Молоко-сырье у нас отбирает лаборант. Оцениваем мы по более чем 20 показателям. И любое отклонение от нормативов от ГОСТа, значит, молоко возвращается назад к поставщику. У нас стоит в основном импортное современное оборудование, которое позволяет в течение 2 минут оценить на основные показатели при физико-химическом контроле молока. Ежедневно здесь перерабатывается более 200 тонн молока, и мощности производства постепенно наращиваются. Открыли еще одну новую линию по розливу молока в полиэтиленовые бутылки. Более современного и производительного оборудования в этой отрасли в республике нет. Мощность розлива на новой линии 8000 бутылок в час. За считанные минуты из простой заготовки рождается бутылка со свежим молоком. В скором времени появятся и вкусные новинки. Это витаминизированное молоко с витамином D из солнечной Чувашии. Дальше у нас одна из новых позиций – это молоко с низким содержанием жира – 1.5%. Кроме этого, в компании «Ядринмолоко» планируют запуск производства сыров, мороженого и детского питания. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.